Я ничем в жизни не занималась, никогда не училась. Училась только в школе, там, может, неделю через неделю. Я никогда в жизни не работала, у меня всегда был мужчина, который меня обеспечивал. Стало Сколько вам лет? 18. В общем, я тоже умная, если что. Хотелось бы поговорить, чем мы будем заниматься дальше. Ну, то есть, после... Ты о чем? Ну, я люблю деньги. А кто же их не любит? И, соответственно, вечером, после того, как свидание подходит к концу, мы едем за деньгами. К тебе. Ко мне. Отлично. Хорошо. Сколько денег? 2000 рублей. Че, с ума сошел? Ты вообще знаешь мою цену? Какие 2 косаря, ты че? Не, серьезно, сколько денег? Ты что, правда? Не, ну правда, да. Даже я тебя могу слепить сейчас, но не выходя из этой студии.